А вот тебе человек, который умный, да, он говорит, так, 6 долларов, тут столько-то, ну-ка налоги, а ну-ка конкурентов, не-не, этим я не займусь. Я буду продавать нефтепродукты. Посчитал, о, не, этим не займусь. Ладно, пойду учить других людей. Это часто мы видим, что люди учат других людей, не имея никакого опыта. Поэтому хотите быть предпринимателем, прочитайте одну книгу, начинайте действовать.